большой банан. На. Дим. А что такое, Дим? Смотри, что. Не трогай. Занозу зацепишь. Смотри, какие это монстры. Там вон какие вот. На руке вот. У тебя есть же заноза? Будет торчать. Вот, открывай банан большой. Кстати, у него так заноза это торчит там. Да? Надо пинцетом вытащить Наталью. Что-то у него руки прям холодные. Ну куртку ну, надо, что мы не одели куртку ему. Дим, ну хватит что ли, иди банан ешь. Здравствуйте. Иди банан ешь. Бегать потом, надо банан съесть, сил не будет, сейчас ножки не опускаются. Иди сюда. Дима, иди к бабе. Вот это я не люблю уже. Ой, я обязываю, спускайся. Спускайся. А может овсяное печенье будем есть? Тоже и будем овсяное. Ба, овсяное печенье не будем есть. Мне тогда давай, бабуль. Мне давай овсяное печенье. Я буду. Да, тут день на то, что замену. Холодно, да? Где твоя рука? Где твоя рука? Вот моя рука. Вот моя рука. А здесь где твоя рука? Вот моя рука. Вот моя рука. Вот и капуста получилась. Ба, да у него весь из твороги рот. Да. Вы чё? Бабуля пришла без это. Без салфетки, наверное. Уже розовеет. Да? Руку? Ну-ка, покажись. Иди. Она принесла что-то в лес туда. Ой, какая красивая у нее на шапке цветок. Какой модный парень. Да вон, посмотри. Ой, красавица. Ну, сказали ему, он теперь трогает. Ай! Цветочек. Ну, хорошо, он у тебя вот тут вот был. О. Хорошо, у мамы тоже цветочек. Там я до косилю покатаю. А, да-да-да, говори бабе Ире. Баба Ира, скажи. Баба Ира. Ау! Я до косилю покатался туда. Медведи там. Ты хочешь на качели покататься? Кушаешь оба косилю. Со мной? Со мной. А с тобой? Сильно, да, с тобой. Со мной сильно катать. Сейчас я картошечку, видишь, поставлю жарить, кушать, ладно? Ладно. Ты меня подождешь, что ли? Или ты один пойдешь кататься на качели? Один. Иди сходи один, покатайся, да. И мама. Иди да. Сходи. И мама, да? И мама, ну пойдем. И мама. Тряпочку несет Дима. На качели, да, Дима? У нас ветер сегодня сильный-сильный такой. Холодно. Ужас. Смотри, подожди, остановись. Посмотри, не едет ли там машина. Но сначала куда смотрим? Направо нету, потом налево. И сворачиваем. Нет машины. Да? Угу. Подходим, вон она. Нет. А ветер еще, кстати, сильный. Нет. Дети ушли, да? А мы с тобой сначала спускались, а дети были. А теперь нету, да? Дети ушли. Да, тут бедная площадка наша вся запущенная. Да? Лавку сломали. Куда пошел? Лавочку сломали. О, Дима катается. Я до туда сильно. А туда-то как? Туда никак. Я до сильно лесу, я до сильно. Да что ты? Я до сильно. Да. Здесь у нас помойка вон там.
загажено все. Сейчас попасай мусор всякий. Да, мусор всякий побросали. Взяли, скажи, побросали вон. Мусор всякий. Ну, тут всегда была вообще-то помойка. Но не настолько прям. Тут кто молодежь отдыхает, там же и мусорят. Здесь попасай мусор. Где живут, там и сруды. Много попасай мусор. Много путилок. Да, скажи. Ай-яй-яй, какое безобразие. Ай-яй-яй, я бабазе какая-то. Безответственность. А сейчас тесканец какой-то. А бабазик путилки попасает, да? Да, молодец. Фу. Ругайся, ругайся на них. Фу, а все покосило так, да? Я домусил, да? И все. Да. Надо мусор, скажи, класть в мусорку. Я домусилку. Не иду, я домусилку. Да, в мусорное ведро надо класть мусор. Все как и все. Вообще, да, безобразие. Бабушку я домусила, да? Безобразие. Я да новую лавочку тут, да? Лавочка, да, надо новую. Безобразие. Баба Валя купит тут, да, лавочку. Угу. Пусть здесь, сейчас нет лавочки. Шашлыками что-то запахло, да? Сама уда, кто-то сзади, сама сзади, да, лавочку. Да. И нет лавочки. Да. Я сломали здесь лавочку, и нет лавочки. Тут буквы, и сейчас тут буквы. Что там? А, буквы? Вечер. Небо какое красивое. Красное. Камера не все передает. А птицы поют. Тут красненько чуть-чуть. Закат красивый сегодня. Целый день шел дождь. Ой, господи, мама, ты что меня пугаешь? Смотри, как красиво там, все красное. А там вон за лесом тоже красное. Жалко, мы не живем где-нибудь повыше этажом. Ты мне не вставят, встанешь, не нальешь. Там прям закат, наверное, прям все красное. Как будто опять число тайна. Да? Мы уже пропали. Наверное.